В Усть-Каменогорске на постоянной основе проводятся сельскохозяйственные ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей из разных районов, где реализуют натуральную продукцию по доступным ценам. В минувшую субботу жители областного центра широким ассортиментом порадовали фермеры Катонкарагайского района. В областном центре прошла традиционная субботняя ярмарка. Свою продукцию на этот раз привезли аграрии Катонкарагайского района. Среди представленных товаров было большое разнообразие мяса, молочной продукции, овощей, рыбы, а также меда. Подобные организованные выезды фермеров из районов – большое подспорье для развития малого и среднего бизнеса. Ведь в Усть-Каменогорске вся привезенная продукция реализуется буквально за считанные часы. Привозим чистые натуральные продукты нашего Катонкарагая. Есть говядина и конина, баранина, рыба, картофель, молочные продукты. Цены доступные для покупателей на продукцию, представленную на ярмарке. Мы ежегодно участвуем в таких ярмарках. Они приносят немало пользы как для покупателей, так и для продавцов. Мы регулярно участвуем в ярмарках и радуем жителей и гостей областного центра продукцией, привезенной из Катонкарагайского района. Проведение таких ярмарок очень выгодно как товаропроизводителям, так и потребителю. Прежде всего, это рациональный способ сбыта отечественной и качественной продукции собственного производства. Привезли продукцию индивидуальных предпринимателей крестьянских хозяйств из нашего Улкен-Нарынского сельского округа. Мы привезли около 900 килограммов мяса, молочной продукции, кумыса, всех необходимых продуктов. Наша цель – сдерживать цены, а также дать возможность реализации аграриям своей продукции. Ежегодно фермеры из Катонкарагайского района на ярмарку привозят свою лучшую продукцию. Жители областного центра с большой охотой покупали натуральные, экологически чистые продукты. Мы приехали на ярмарку за мясом. Постоянно ждем, когда приедет Катон. У них очень хорошее мясо. Мясо, как говорится, соответствует нашим деньгам, по нашему кошельку. Каждую субботу приезжаем на этот рынок, ждем ярмарку. По социальным ценам можно приобрести продукцию, все доступно. Ярмарки выходного дня уже полюбились и покупателям, и фермерам, получившим возможность продавать свой экологически чистый товар напрямую потребителям по приемлемым ценам. Ирина Санникова, Мадина Сулейменова, Асхат Ардыбаев, Алтай Акпарат.